Nissan Versa 2009 года. После замены жидкости АКПП требуется регулировка тормозной ленты АКПП для плавного переключения с первой на вторую. Для регулировки тормозной ленты нам нужно отрегулировать эту гайку. Для этого нам понадобится ключ на 14 и торкс на 30. Нам нужно ослабить болт 14 размера и после этого затянуть торкс 30 размера до конца и после этого ослабить 2,5 оборота. После этого передачи АКПП будут переключаться плавно.